Здрасте, добро пожаловать на Set Play Channel. Меня зовут Алекс. Мы продолжаем проходить расхитительницу гробниц. Глобниц, я хочу сейчас сказать. Глобниц, почему глобниц? В прошлой серии мы познакомились с местной флорой и фауной. Ощутили на себе гнев местных туземцев. Или кто это? Это, наверное, не местные туземцы. Туземцы еще будут. А это красотища-то какая. Как я горы люблю. Вот. А это какие-то тоже здесь оставанцы, которые приплыли или разбились тут тоже на кораблях. И... О, Господи. Лар, подожди, 6 секунд, я знаю, у тебя прям вот чешется, дай, блядь, куда-нибудь залезть. Сожгли полуострова, я думаю. Вон пепел до сих пор летает. Так. У нас появилась задача. Нам надо добраться до какой-то самой высокой точки. Это, наверное, вот туда. God of War спахнуло немножечко. Прям так, вот так вот прям, типа, на самый высокий пик забраться. А, подожди, God of War потом, а это вышло первое. А, блядь, кто у кого пиздит? Идеи-то, блядь, а? Как хочется в God of War поиграть. А у нас нет ни того нет. А мы тут все забрали, да, тут какая-то хуетина лежала, мы ее забрали. Я надеюсь, у нас все работает. Таймер идет, запись идет, голос слышно. Забраться куда-то наверх нас позвал этот наш дружище. Я, правда, с... О, там пещерка, смотри. Вот у этого костра в прошлый раз мы остановились. Давай послушаем, что с Ларком. Я это договорю только. Ларк, подожди секунду. А, ее друг, вот этот вот, капитан их, он, типа, ей Барни или не Барни, как его, или как-то Вилли, или что ли, Дилли, Милли. Вот, ну, мы узнаем сейчас в процессе, ты вспомним, как его зовут. Он ей сказал, типа, доберешься до вышки, я там сижу с радиовышкой, доберешься до вышки, нет, ты, до высокой самой точки. Короче, нам сейчас надо вверх подниматься. Вот как-то так. Да. Простите. Вкусно, плотно пахнет. Сейчас она нам что-нибудь расскажет. Повествуй. Ну, а нихуя она нам ничего не расскажет. Нечего нам рассказывать. Но мы зато навык какой-то получили. Надеюсь, у нас все хорошо, как я не хочу терять серию. Да, все вроде заебись. Я надеюсь. Мастер выживания. Подожди, у нас, я вот, да, помню, у нас есть две вкладки. У нас есть вкладочка мастер выживания и вкладочка охотник. Тут тоже мастер выживания. Подожди. Мастер выживания. Короче, разные перки. Слушай, тут вот у нас орлиное зрение, и вот мы еще прокачали... Искусство выживания. Вы получаете больше опыта, да, за всякую вот эту работу. А сейчас, наверное, нам надо что-то от охотников, потому что нам уже дали пистолет, у нас уже есть лут, у нас уже есть кирка, сделанная из меча и обрезка какого-то. Безопасность. Вы правильно распределяете нагрузку и можете носить больше боеприпасов. Ну, нам так это прям всем не так надо. Твердая рука. Вы можете дольше удерживать лук натянутым. Тяжеловес, вы правильно распределяете. Это все закрыто. А у нас есть на скидку только вот это и вот это, да? То есть либо больше патронов мы таскаем, либо мы сильнее лук натягиваем. А что у нас еще вот по этой вкладочке? Орлиное зрение. Ну я не то чтобы прям плотно так пользуюсь. Оно в принципе нужно, оно вещь полезная. Но я не то чтобы прям так вот помню, что им надо пользоваться. Поиск запчастей. Вы тщательно осматриваете ящики в поисках запчастей. Больше лута из ящиков. Сбор костей. Больше... костей. Возврат стрел. Запасные лучники. Так, брезгуют забирать стрелы. Стрел врагов, убитых из лука. Запасливые лучники не брезгуют забирать стрелы с тел врагов, убитых из лука. Ну ты... А вот значок внизу перка самого, что означает? Вот эти вот палечные наручники. Как... Не знать. Не понимать. Ну это все по луту, то есть мы больше костей собираем. Вы настолько преуспели с освеживанием тушек животных, что получаете при этом запчасти для оружия. О-о-о-о-о. Вы тщательно осматриваете ящики в поисках запчастей. А, мы типа либо получаем больше запчастей с ящиков, либо мы в плюс к лутанию животных еще получаем и запчасти. Либо больше, либо с убитых. А что вот смотри выгоднее?
Так нам, ну, так мы больше получаем. За место, допустим, одной единицы мы получим две единицы. А тут мы получим и кости, и типа запчасти. И по факту у нас будет отсюда запчасти и отсюда запчасти. А это одинаковые перки-то получается. Ну вот что так, допустим, мы за место одного будем получать два. Что вместе с просто с запчастями, с получением запчастей через ящики и способностью их собирать с трупов животных, с туш. Мы точно так же будем получать два. Ну, я примерно беру цифру там, ну, я не знаю, сколько он получает с ящиков. Просто увеличение получается. Тут два и с одного до двух. И тут плюс один. По факту выходит, что же самое. Что это качать, что это качать. То есть мы это дополнительное количество запчастей получаем либо с трупов животных, вместе с лутом от животных, либо просто с ящиков. Ничем, как бы, они друг от друга пока не отличаются. Как я понимаю. Вы тщательно осматриваете ящики в поисках запчастей. Это увеличивает количество получаемых оттуда ресурсов. Правильно же, я понимаю. Вы настолько переуспели в освежении тух животных, что получаете при этом запчасти для оружия. Ну, либо я чего-то не до конца понимаю. А это еще... Нет, это уже мы взяли. Я просто думал, может, как-то там типа повыше можно их улучшать. Вот эти вот перки, которые ты уже взял. Ну, по факту, ну тут только возврат стрел или... Нет, я тогда буду наружку брать. Тетива, твердая рука. Сейчас как бы уже у нас появляются... Что это за блики были, блядь? Вот это у меня опять компу пизда, блядь? Или это все-таки игровое что-то? Не знаю. Разберемся. Это мы сюда зашли. Навыки. А это что у нас такое? А, ну вот оно распределяется, да, это типа на... Да, все. Это для выживания, это для убивания. То есть выжил, убил. Тут у нас пока все закрыто. Мы не крафтиться, по-моему, ничего мы делать не умеем. Я, кстати, заметил быстрые переходы от костра к костру. Вот пещерка, вот я ее прям вижу, вот я прям ее люблю. А давайте это... Вот красиво сделаем, как-нибудь вот так на горы. Стоечку на горы сделаем. О, как красивенько. И не, правда, нихуя. Днем будет все делать. А, чего? Лук зажечь? Да не надо палиться, блядь. Лук, говорю, факел зажечь. У нас еще какая-то хуйта вот тут есть. Вот мы типа отсюда можем... А можем куда? А там, наверное, вон тоже пещерка. А, знать бы еще куда и двигаться-то. Мы бы двигались бы. Я зачем на М нажимаю? Тут на тап. Лагерь. Поднимитесь еще выше, чтобы встретиться с ротом. Угу. Рот, ты его наоборот, как я мог забыть-то это, блядь. Выше-то, блядь. Куда выше-то? Куда не туда. А что все дают вот эти вот пещерки? Я вам что-то дают, правильно? Схрончик. Ну-ка. 25 июля 82 года. Я глотну. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке. И опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа. И один тяжелораненый, ему уже не помочь. Остальные почти впали в отчаяние, и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их он не включает. Слабые и глупые, они здесь будут только обузой. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке. Но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно. Так, 25 июля 1982 год. Год какой сейчас у нас? Надо как-то узнать. Это дневник вот этого вот сумасшедшего, который был в предыдущей части. Он там сидел с этим сумасшедшим, который об деревяшку ёбнулся. Какие-то нам бредни рассказывает, блядь, про королевну солнцевскую, солнечную. Вот.
Ну нет, монстры же какие-то тут бегают, да? Значит, она не совсем ёбнутая. Это мы крыша поехали. Не, ну я сразу же понял, что он какой-то ебанько здесь такое, знаешь, это, улюлюкнутое. Он был, наверное, капитаном на их корабле. Он потерпел крушение, и они здесь обосновались. Они, наверное, его выгнали, потому что он же с палочкой, он хромой, значит, они его не лечат. И он отдаленно от них живет. И видишь, его отношения-то, он говорит, что они слабые и глупые. Да, они, наверное, его выгнали и живут без него. Вот тех, кого мы, опять же, в прошлой серии мы крякнули. Но все-таки наши мои подозрения, то, что он враг такой прям плохой-плохой. Ну да, это сразу же было понятно. Вот смотри, 108, нет, плюс 10. 10 мы получаем. Если бы мы улучшили, мы получали там определенное там 12-15. Но то же самое количество мы бы получали бы, допустим, с... Ну да, это надо проверять. Типа, одинаково ли оно увеличивает количество получаемого ресурса. Отвлечение. Саживайте стрелы рядом с врагом, чтобы отвлечь их внимание. А мы... Я же еще раз хочу спросить-то, а как мы подкрадули делаем? Она автоматом делает подкрадули навсегда? Нет, стой. Девочка, обряда не знаю, может опять делать. Мне как мне не нравится только субтитры, как они, блядь, по-детски сделаны, ёптвою мать. Вот эти вот подсветочки. Владимир командует, чтобы ждать. Он не любит убивать. Да идите в баню. Ну да, куда-то можно, только зачем такой прям прыжок? И он просто помечающий. Ой, они сейчас будут там полный... Карта какая-то. А смотри, возьми, блядь, в руки. Тут мы получили. Блять, надо с настройками разобраться. У нас почему-то разетывается. Очень далеко отходит экран. Надо будет поправить его. Подожди, документики. Я нажал на тапок. Где мы чего получили-то? Тайник. Чего? Какую мы карту получили? Отдалить! Твою мать, я забыл язык-то, блядь. Отдалить-то как камеру? Я могу только приблизить ее, блядь, я ее приблизить не могу. А была же какая-то эта кнопочка здесь, уменьшить. Вот, да. Это вот наша точка, нам горных... Ну, нам туда надо, да. А это вот... Вот мы получили-то. Ой, блядь, как неудобно-то. Нет, это мы тут были. Мы тут все знаем. А какую карту мы тогда получили? Где она, блядь? Я до сих пор не могу понять, где у меня рюкзак. Нет у меня рюкзака. А, блядь, а куда я это все складываю тогда? Снаряжение. Ну где я вот эту вот карту нашел? Он, блядь, ну это я все это видел. Тайник. Чего тайник, блядь? Мы должны были сначала сюда артефакт. Сначала сюда должны были прыгнуть, чтобы открыться вот это все. А, наверное, да, мы же вот этого вот не видели все. Блядь, не видели. Видели мы все это? Не знаю, надо последить за этим. Я что-то не понимаю, зачем, блядь, нужны карты. Сжечь. А как? Интересная задачка. А мы сюда никак факел-то не притащим. И мы его никак не зажгем. Обязательно надо сжечь. Или можно разрушить. Невозможно разрушить. А как тогда это уничтожить? Я факел сюда чисто, ну, блять, вообще никак. А я не знаю тогда. Нахуй тогда. Нет, мы здесь не протащим факел. О, он потухнет. Да, мы не выпрыгнем. Стрельнуть? Да нет, вряд ли. Может, как-то типа можно перекрыть воду? Видишь, там какой-то завал. Вот тут что-нибудь пиздануть, а вода перекроется. Нет? Ну, давай зажгем факел. Я не пройду с ним. Он потухнет же. Чего, блядь? А ты как-то видишь меня? А я зря вообще это все сделал-то, блядь. А откуда ж я знал-то? Зачем вы это делаете? Я три раза в голову попали, придурочно, блядь. Кстати, патроны, по-моему, беречь надо.
О, блядь. Нахуй я факел поджигал, блядь. Знал же, что я все равно туда не... На, блядь. О, этот сразу сдался. Тут немножечко беда с маркерами. Ой, какая беда. Как, кстати, фонарик тушить? Ты что ты делаешь? Ну, я привык к тому, что если красный, то это все. Такое вот у нас туннельное мышление, блядь. Нажмите, чтобы подобрать. Ну, нажал. И чего? Ну, типа, все. Ну, вот оно, оно красное, вот перечеркнутое и красное. А когда его можно взять, оно вот тут не перечеркнутое, но рука все равно, блядь, красная. Почему нельзя было ее сделать другим цветом? Ну, типа, мне красное сразу же отталкивает. Типа, нет, нельзя. Вот, кстати, вот это вот я растение видел. Вот это помидор или что это такое? Секундочку. Устал нога. Вот так. Инструментики. Нет, 20 опыта. Как тебе не нужны патроны? Ты издеваешься, что ли? Не нужны. У меня максималка. Есть ли? Вот как мы тут все, блядь, лутаем, да, интересно. Второй тайник. Горный хлам. Или хлам. Не до конца я тут, конечно, все, блядь, понимаю. Вот что мы сейчас нашли. Где это, блядь, хранится? Куда это, сука, перекладывается? Так, артефакты. Это вот мы маску нашли. Вторую еще мы ничего не нашли. Ты почему на колесико не отдупляешься? 00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 
Что-то по нулям, пистолет, что-то по нулям. Мы дополнение к нему не нашли, я понял. Модификацию укрепления. Ну, это уже поставили. Это наши навыки, это у нас карта, это документы, это то, что мы записываем. Дневник сумасшедшего. Офицерский, да, там про Они он рассказывает. Кошмар, дневник, это Ларкин. Дневник розовый с единорогом. История братства. Горный храм. Чего, блядь? Не открывается, он даже тут пишет, что по нулям, а вот место горный храм. Или это вот и была эта карта? Чего ты? Вот она, видишь? Но она не показывает. Ничего не понимаю, блядь, обучение звук никакого. Может, оно и было, я не помню. Подожди, мы, это, блядь, не разобрались внизу с тайничком-то. Ну там всего лишь... Инструменты выпадут. Да какая нахуй разница, все равно надо. Поджигаемся. Мы факелом кидаться не умеем, да? Ну и каким образом тут надо все это потушить, блядь? Мы туда прыгнем, и он сразу же потухнет. Да, он сразу же потухнет. Мы никак сюда его не принесем, огонь. Может, типа с какой-то с другой стороны? Нет. Типа, значит, надо придумать, как обрушить здесь что-то. Тоже нет. Орлиное зрение. Тоже не помогает. Как всех топором пиздить? Объясните. Это лук. Это вообще пистолет. Вот лук. Непонятно мне. Ай, 34 минуты уже, блядь. Мы с места не сдвинулись. Все. Задачка-то интересная. Вот с ее решить-то, блядь. Может, никак. Может, это заманул какой-то. Ларка, запрыгни, пожалуйста. Да давай. Ай, заебешь. Вот так. О, молодец. Мне кажется, тут что-то перекрывать надо. Вот куда-то вот сюда, типа, пиздануть. Чем-нибудь. Или тут, наоборот, поджечь все это. И оно все обвалится. Не знаю. Я вижу, там только инструмент. Ну, то есть там ничего такого прям полезного нет. Никак мы туда не пойдем. Все, пошли. Долго топчемся. О, трупы исчезают. Смотри, эти остаются, эти исчезают. Их кто-то забирает? Как под крадульки делать? Не, она автоматом сама. Наверное. Ой, это прям... Совсем крит отдыхает.
так, успокоились. Она где-то рядом. Ищите. Схватить или убить? Убейте. Здесь слишком много вооружения. Не надо меня убивать. Зачем меня убивать? Я хороший. Стой, я знаю, что сделал. Так, подкрадули это делать. Ну это я понял. Светильником. А, светильников уничтожили. А там были какие-нибудь свет... А мы уже туда не попадем. Фу, блядь. Мы к тем светильникам-то уж никак не попадем. Если там даже какие-то и были. Стой. Стой, Ларчик. Подожди. Подожди. Бесшумно. На F. Бесшумно убить на F. Ага, понял. Сейчас. На, блядь. А, надо еще на что-то кликать. Я надеюсь, я правильно кликал. На, блядь. Где я? На, блядь, в глаз левый. Ну? Откуда? Ух ты, блядь. Я вижу тебя, вижу. На, скотина. На, падаль. Ай-яй-яй. Вылези. Вылези, солнышко. На, блядь. Ах ты ж падаль-то. На, в глазик. Все-все-все, Ларка, я понял. Валим, валим, солнышко, валим. Есть, готов. Ты паскуда, тебе в голову попали, тварь. У тебя череп бронированный. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. На, блядь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успокоились все, блядь. Не надо было поджигать, ты, ёб твою мать. Собери с них чего-нибудь. А вы все равно, наверное, подожгли бы, да? Ох, блядь. Валим отсюда, Ларка, валим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, наверное, лут там оставил. Ёбнуться, блядь. Но мы какой-то, как получается, форпост зачистили, да, блядь? Они что такие бессмертные? Нихуя себе, 4 стрелы, блядь, ему в голову, а ему похуй. Стоп. Либо туда. Это за каким? Или туда? Или туда? Вот я там вижу, там какой-то лут есть. Он еще ступеньки вниз. Вон как она ящики умеет ломать. Ты же умела. Давай. Дрить твою налево, сломай ты его. Не хочет. Это надо поджигать обязательно. Где бы еще огонь надо быть? Ты же ящики так хорошо ломал. Чего ты их сейчас не ломаешь? Не наебнулся, блин. В секунде было от падения. Те-те-те-те. Нет, не надо бегать. Чё ты как дурная, блядь. Вот опять что-то нашли. Опыт 25. Маску. Шелковый веер 19 века. Такие были и у крестьян, и у знати. Веер. Один из двух. Один из двух по игре или один из двух по локации? Вот тоже мне интересно. ПКМ зажмите, чтобы... А, да-да-да, нам же еще надо тут что-то на нем увидеть. Ты хуй повернешься, блядь. Чего? Приблизить, наверное, да. Ну, знак вот на нем какой-то. Ларк, ты не видишь, что ли? Чтобы изменить угол обзора. Чего? Я почему-то не вижу ничего. А, типа тут и ничего и не надо видеть, да? А как мы? Маской-то поступили. Ну, мы тоже прочитали, что надо зажать и крутить, и все, и она что-то заметила. Ну, тут, наверное, ничего нет. Ну, вот я направляю на рисунок на лотоса, а толку-то ноль. Она ничего не говорит. Ну, и все тогда. Так, VR 50. Ну, еще надо один. Ну, это, наверное, по локации. Никак не по игре. А то игра-то, получается, маленькая совсем будет. И мы зачем все это находим? Вот, кстати, мне интересно. Какая идея для всего для этого? Это просто... Просто-просто прям? Просто ачивка? Просто, блядь, вот ничего?
Или это что-то потом даст? Ну, явно мы же тут не будем торговать, да, с вендором каким-нибудь. По факту-то, блядь. Или все-таки будем какие-то находки продавать? Нет, тут же одна локация, вот этот остров. Мы с этого острова никуда не денемся, только в конце. Ну, если бы мы куда-то с этого острова девали... Я просто про игру вообще ничего не знаю. От слова совсем. Я, в принципе, не понимаю... А вот тут мы можем поджить, сейчас. Я поэтому просто не понимаю, нахуя мы все это находим, эти артефакты. Чисто тупо для опыта. Как-то странненько, честно сказать. Ну, можно было что-нибудь другое. Ну, блядь, ну не через ствол же. А, у нас пока факел. Я этот, ну, видел. Как он? Светильничек. Сейчас светильничек наймем. Вот точно так же надо было сделать в той пещере. А как бы я туда факел-то донес? Надо было какую-то решить задачку логическую. А как? Какую, блядь? Объясните мне. Сколько? Вот, скорее всего, тоже, блядь, по локации. Потому что всего 5 их надо, ёбнуть. А мы нормально-то спускаться не умеем, да? Только прыгать. Вот тут мы всех их поломаем, все вот тут уничтожим, и в следующей локации их еще будет какое-то количество. Нет. Нет. А как тогда их ломать? А надо ли их вообще ломать-то? Бы еще как-то назад забраться-то, блядь. Держись. Лапка, молодец. А мы еще как-то можем вот тут, смотри. Брал? Да. Не-не-не-не-не. Тут уже никак. Все. Возвратушечки, поберушечки, обратнушки. Все-все-все-все. Все, сейчас наебнемся, а путь-то мы сожгли. Мы мосты все всегда сжигаем. Не-не-не, Ларчик, только вперед. Ни шагу назад. Так, я тогда не понимаю, вот это какой путь. Куда я... Нет, это не ломается. Куда и откуда он ведет? Угу. Успокоились. 500 вот только. Второй веер или вторая маска? С его помощью самураи отдавали приказы на поле боя. Довольно прочный, наверное, из мореного кипариса. Если он что-то она сказала, я понял только довольно прочный, блядь. Какой кумбай? Мумбай. Оса, да. Как он? Оса. Луна. Полная луна. Неполная луна. Ларка, поговори со мной. Нет, наверное, на них тоже ничего не надо искать. Она, по-моему, когда мы маску взяли в руки, она четко нам дала понять, что, типа, давай осмотрим ее повнимательнее. Мы что-то на ней нашли. А тут сейчас она что с веером, она молчит. Что с этим? И она не говорит. Надо пересмотреть первую серию. Вторую. Я не помню. Отъебись. Так, веер. Складной веер, боевой веер, кумбай. О, все. Да, значит, это локационно. Это задача на локацию. Три каких-то вот этих артефакта. Два вот этих, три вот этих, два вот... А, не локационно, а всего. Вот их, вот. Да хуя всего-то. Так игра тогда пиздец, какая маленькая. Ну что там, 50 артефактов всего, блядь. Или да. Или нет. Или чё гадать, блядь, узнаем. Походу пароходу все равно узнаем. Ой, а я опять чего вот это? Не наблюдаю, что я далеко тут. Микрофончик. Не, все нормально. Пиздец, если мы одну серию-то вот так вот будем около одного здания тваландиться, конечно, мы, блядь, не пройдем. Опять что-то нашли. Нас когда на эту скалу выбросило, так кроме дождя ветра мы ничего много дней не видали там. Мы натурально даже шевельнуться не могли. Не то, что там шалаш построить или еду добыть. Нас как будто силой какой в землю впечатало. Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы он уже все про нас знал, там имена, там откуда мы, чё. Главное, на нашем языке разговаривал. Ну, рассказал все об этом острове, в конце выбор предложил. Говорит, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-кто отказался там, а... Он вообще долго не думал, он взял и убил их тут же.
Отец Матиас, он вообще решительный, он спокойный такой. Я никогда не видал, чтобы он понты дешевые кидал. Ну, вот я когда стоял на песке, а он такой в крови весь пропитался, в общем, я тогда решил, пойду за ним до конца. А что это какая-то у нас эта дискриминация, это, блядь, это, мне не так не нравится, нихуя себе, это вот у нас... Это так вот, типа, они русских показывают? Это вот так он у нас, типа, обычный персонаж славянский разговаривает, базарит так, да? Неправильно? Мы иногда и нормально разговариваем. Да, нет? А что они вот такого не сделали, как он деревенский? Да что-то чего, вот так бы ее озвучивали, бы кому за отцом Матисом-то и пошли всем, всем селом. Мы можем вполне нормально разговаривать, мы умеем по-всякому. Да, как вот нам удобно, так и разговариваем. Не понравилась мне эта озвучка совершенно. Ху на вас. Это прям какой-то, я не знаю. Зря картинку не добавили, что он в ушанке и с медведем рядом. У медведя в руках была лайка, и он на велосипеде. Вот я. Я справлюсь. А мы, наверное, зря сюда. Мы, наверное, не все сделали, да? Хотя... Ой-ой-ой-ой. А нам как-то надо в сторону. Еще куда-нибудь. Чего мы делаем-то? Я управляю. Ладно. Скажи честно. Или ты сама? Я. Сейчас начнется. Нажми тут на это. Нажми на то. Все у нас в интерактиве здесь, блядь. Кишки пробираемся. Смотри. Это единственный путь наверх туда. Нет какой-то тропы 500 тысяч ступеней там. Выстрелы нет. Да. Ты так это. Тихо шарудит, нихуя себе так смело ты выпрыгнешь. Ой. То мы уже добрались. Двух рук! А я тебе уже пистолеты хочу. Всю ногу ему обожрали, смотри, до кости. Рот твой наоборот, я бегу! Слава богу, ты жив! Всю ногу ему обожрали. Он все-таки хороший. Боже, как досталось твоей ноге. Да нет, это только на вид страшно. Я не понял. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Близко. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. И в рюкзаке. Волков можно есть. Помоги мне. Идем. Ничего страшного, кстати. Вон костер есть. Шкуру на доспех. О, нет. Нет. Все? Блять, слабенький. Ах, только не это, пожалуйста. Ларка наебнула. Выжила кораблекрушение. Вот так вот ей ногу сжала. Вот это тисками. Капканом. И то в обморок не упала. Его сжечь хочешь? Или сбросить? В укрытие, наверное, тащит. Вот оно, блядь. Ты ее должен вот так вот тащить. Не она тебя. Чего ты на меня смотришь? Я тут при чем? Чем я тебе помогу, блядь? Ну, пойдем, поохотимся, я не знаю, добычу какую-нибудь наберем, еще что-нибудь. Волчьи следы. А, ты за рюкзаком хочешь, да? Господи, что же делать? За рюкзаком пойдем. Пойдем? Клар. Рюкзак где-то там. Технично они показали, где рюкзак. А да как далеко-то, блядь? А мы на них ловушки не научимся делать, да? Капканы-то. Или научимся? И еще вопрос. Он от гангрена не сдохнет? То есть от пары укусов вот этих вот собачек маленьких тихуахуа. Он в обморок упал, да? А гангрена ногу отпилим, вкусим. А у нее, да, у нее же какой-то дружбан потом будет этот на костылях, блядь. Я в сомнениях. Я просто не знаю, куда бежать. У меня тут точечков-то много. Я ж так не умею. Мне хочется везде и всюду.
Вот, как туда попасть? Мы как наебнемся, да, если просто прыгнем? Ну, конечно. Вон там самолетик валяется. Или дирижабль. Я не буду так делать. Дирижабль? Ага. Нет, я все-таки это сделал. Надо поджечь. И что тогда произойдет? Давай подожгем. Сейчас. Держись. Тут надо не забывать пролутывать водопады. Тут в каждом водопаде, наверное, будет схрон. Это мы костер переносим, так? Правильно я понимаю? А он у нас типа под дождем будет тухнуть? Или чего? Ну, скорее всего, да? А как я это подожгу? Может, луком через него надо стрельнуть? А это тогда надо ниже. Возьми лук. Лар, возьми лук. Да нет, вряд ли. Подожди, а я лук могу поджечь? Нет, только вот это. Нет, я так только стреляю. А факел как бросить? Нельзя факел бросить. А я нет, я... А как? Наверное, как-то можно факел бросить, я просто не знаю. А, я понял. Сюда мы попадем, когда у нас будет этот лук с веревкой. Да. Тю, туда, и мы туда прокатимся откуда. Все понятно. Вот и там еще, вот оно и да, есть место, мы туда стрельнем. Вон еще. Да. Слушай, а если вот по этому тоже пиздануть, возьми лук. Оно может свалиться. Нет. Или лук посильнее надо. Так, Мися, нам карта вообще каким-нибудь образом помогает? Хоть как-нибудь. Так мы ничего не сделаем, так мы даже ничего не увидим. Никак она нам не помогает. Давай к костру. Как костер же сохранение делает. О, у нас уже навык есть. Да. Что мы хотели там? Боезапас, нагрузка, мощность, больше боезапас. Боезапас возьмем? Не, пока у нас никаких проблем с этим не было. Я хочу... Мы сейчас волков будем убивать. Давай вот тут и проверим. Ну, наверное, из волков, из оленей, со всего будет. Со всех животных. Я думаю, мы улучшили. Вот сейчас появится что-нибудь, я смогу. Со второго, с первого. А это один. Такой странненький. Ладно, тогда на следующем проверим. А с курятины что-нибудь мы соберем? Да вряд ли. Что там, перья, блядь? Перья для лука тоже было бы охуенно, нет, да? Откуда ты знаешь, что я тебя убить хочу? Пулевая какая, блядь. Увидел я на нее лук, но уже побежала, блядь, куда? 15 опыта, больше ничего. А, ну мы за убийство-то этот хуй-то какой-то опыт получаем, да? Где курка еще одна была? Хоть сюда. Ну таки ты где? А, это. Стой. На нахуй. Или мы залутание брали? Залутание мы опыт получили. А что мы с них слутали? На, блядь. Пять. Мы с них получаем дополнительно 5. Того просто вместе с сундуком мы получаем 15. Надо запомнить. Так, я... Ух ты, как тут все сложно-то, блядь. Как тут все запутано, замаяно. А вот этот можно? Нет. Такой ролик не играет. Такую роль. Фонарь, там другие должны быть. Стакаемся. Это тоже ничего. Не, ну потом что-то будет, да. Сейчас, Ларка, сейчас. Убил? Блять, конечно. Я тут на курках наберу больше этих. Рисов.
куда-то вот туда. Ну, каким образом? Ну, наверное, через... Как разгоняться, блядь? Есть, допрыгнули. Я думал, все-таки не допрыгнем. Теперь сюда. Мне еще надо вот туда заглянуть. Тут ничего нету. Ну как это? Вот. Ой, тут еще надо удерживаться. Вот. Оп. Так мы быстро сюда добрались. Эти руины периода Камакура. Какого кура? Тоже была часть Яматая. Вот чем она ящик пизданула? Явно же киркой. А дайте мне возможность киркой пиздошить. Тут, наверное, много чего можно просто киркой отпиздошить. Почему я не... Ну, блядь. Как я сюда опять попал, принесу? Откуда вы? Дайте мне уже лук с зажигаемыми стрелами. Туда надо. Опять стрелы подобрать. Наверное, пиздец по стрелам. Да ё, отсюда. Как хлипкнуто. Опачки. Я тоже выйти умею, чё, блядь? Думаешь, напугал? Вообще-то немножко, да. Где он выл-то? Где ему в глаз стрельнули, блядь? Что за аборигены жили? Смотри, они из самолета тут что-то строили, блядь. Или сколько они здесь живут? Пираты-то, вот, с которыми мы сейчас сражались. Быстрый спуск назад. Мне пока назад вроде не надо. Стрел нам надо. Стрел нам надо. Я по стрелам что-то пиздец. Истаскался. Ну, блядь. Вот-вот, видишь, я про это и говорил. Я не особо так часто использую орлиное зрение. У меня нету привычки лутать, юзать орлиное зрение. Ну, как-то не приспособлен я к этому. Как-то по Ведьмаку, помню, да, проходили, мы привыкали к этому, что надо постоянно. Но это было на мышке, а не на клюшке. Не на кью нажимать. Да, и на мышке я привык четенько. Но и тут это прицел. На мышке-то я привык. Так, оп, посмотрел тут, оп, посмотрел куда-то. А не на кью, блядь. Я понял, что нам туда-то. Я вкурил. Оттуда мы быстренько можем спуститься сюда. Нам надо залезть туда, запрыгнуть туда. А, нет, по мосту пробежать. Ну вот нам. А, вот туда как попасть? Ну, наверное, сигануть. Просто банально, чисто, уверенно. Вот так вот отсюда сигануть. Ну, вряд ли, блядь. Нет, я не умею вот так. Я просто сейчас подумал, что я могу поджечь вот эту куету выстрелом из лука. Но у меня нету лука с огненными стрелами. И стрелы я не поджигаю. Как в Far Cry, в Primal. Не поджигаю. Каким образом тогда я... Ну, ты просто, наверное, думаешь, что здесь коридорная игра. И мы, типа, никогда не вернемся на локации, на которых уже были. А тут, скорее всего, открытый мир. И мы еще вернемся, когда у нас будет лук уже с зажигаемыми стрелами. Не, ну я просто хуй его знает. Не знаю. Может и так, может и да, может и нет. Просто я тогда не особо понимаю, куда нам дальше. Оп! Да ладно тебе, лап. Ты правильно подумал, вот, таким макаром. Теперь вот так. Оно сейчас еще наебнется. Да, я знал это, давай быстрее. Как тебя быстрее бегать? Эх ты, блядь, чего это было? Как по ушам пиздануло, блядь. А, это молния пизданула в дерево. Ни разу такого не видел, блядь. И вот опять. Стой. Стрёмная музычка. Где-то кто-то стоит на нас смотрит? Кто-то нас палит? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я вкурил. Это качельки будут. А что мы сюда закидаем? Она не умеет совершенно разбегаться. Да мы типа и так вот до этой хуйни туда прыгнем. Держись, держись, держись на тебя нахуй. Ой, блядь. Страшно-то как. Рюкзак там. Где-то гавкает. Я слышу рюкзак. Я слышу рацию.
Подождите, сейчас. Я вот сюда еще забегу, загляну. Не уходите далеко. Я на секундочку. Максимум на 5. А нет, ничего, блядь. А и туда, блядь, я никак не залезу. Знаки, 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 знаки. Туда, туда солнце, туда. Туда. Чё, блядь, туда? Стой. Ох ты, какая ты, блядь, молодец. Вот так. Вот так. А смысл? А вон там что-то, смотрите, я говорил. Кому ты нет сказал? Костям? Нет, я на это смотреть не буду. Я на это пойти не могу. Тайник. Мы так тайники находим. Какая-то флешка. Маркер какой-то. А, мы либо сами тайники находим, либо недоступная граб... Почему недоступная? Требуется альпинистское снаряжение. Угу, я все-таки прав был. Да. Ой, я и так это знал, блядь. Ну тут, короче, мы надолго. Да. Миллионы раз будем везде возвращаться. Да восстанови зрение. Нахуй заебал. Пойдем с волками сражаться. Волки людоеды, ты сами сожрают. Я вот тебе не говорил зажечь фонарь. Ты, блядь, как хочешь поступаешь, да? Хочешь сама его зажигаешь, хочешь не зажигаешь, блядь. Ну пролазь, чего-то. Или ты хвастаешься? Смотрите, какая у меня пятая точка, блядь. Ух ты, ёб твою ж мать. Тихо, давай будем поувереннее немножко. А можешь этот факел вперед выставить? Ну, вперед, чтобы светить. Вперед себя. Иначе мы немножко вот это сейчас под обсирушечки сделаем. Мне нужен только рюкзак. А им нужно только сожрать тебя. Ты видишь, как они много тут всего съели? Да, блядь, тихо, подождите. Успокоились все. Руки на стол, блядь. Мужики, я рюкзак, пожалуйста, только заберу и все. Я уйду, честно. Можно я глаза закрою? Я же знаю, что сейчас на спину запрыгнет. Да? Вот он. Нет. Да. Возьми пистолет в руки. Теперь нужно вернуться к роту. Его доели там уже. Давай не будем никуда возвращаться. Давай тут останемся. Тут страшнее. Ладно, давай будем возвращаться. А куда он, кстати, убежал-то? Я видел, он куда-то вот тут побежал. Но тут никого нету. Волки не совсем, чтобы такие прям скримеры, знаешь, чтобы прям вот так вот прятаться или еще что-то. Они ж дуром прут. Ну, они окружают, да, там они умненькие, я не спорю, но не так, чтобы... А, нет, вон там по ямкам-то. Они от страха-то могли и по ямкам по этим. Да ёб твою мать, не надо меня жрать. Стой, стой. Ёбни ему в голову. Нет, посъели. Надо на ямку выжимать. Ой, да я понял, все. Мое сердце остановилось, мое сердце замечтало. Тихо. На тебя. Еще разок. Понял. Есть, успел. Чего? А, F, нажал. Вот пиздец сильный этот интерактив. Ой, сейчас. Подождите, тут надо поувереннее. Сесть. Давай еще разок. Ну давай. Есть. Я успел. Успел? Что? Это какая-то их королева? Ой, сейчас, секундочку. Грязь какая-то летает тут еще. Ай-яй-яй. Фу, уйдите. Подождите, мы тут мамку заебенили. Ты решил ее добить, блядь? Правильно. У меня ж лодыжечки вспотели, ручки вспотели. Все нормально, да. Не будет больше? Пожалуйста. Не надо. Мне не понравилось. Очень не понравилось. Ой, блядь. Так, рюкзак мы нашли. Ну, все вроде выполнено. Ну, а теперь банально... Подожди, мы, наверное, можем просто в воду ебануть. А, нет, слезть, скорее всего. Или вот лифтом добраться.
Давай лифтом. Ю-ху! Сюда бы факел притащить. Надо вот эту поеботу разбить. Где можно факел? А вот рядышком. Смотри. Ух ты, блядь. Вот что они нужны. А там где-то был. Стой. Вот там где-то был. Точно такой же. Вот, но не здесь. Даже не тут. Нет. А где? А где тогда? Ну где-то эта хрень была. Ну ладно. Нет, я точно где-то ее видел. Ну вот. А, так я никуда не попаду, да? А мы типа умеем просто вот, ну типа. Ну и все. Умеем. Что, ты не повредилась, нормально все? Будешь потом, блядь, жалобу напишешь? Ну, Волчака, конечно, прям пиздец. Прям заставила понервничать. Чуть-чуть, у меня же даже немножко глазик дёргает. Чуть-чуть, блядь, вот так, и всё. Ну, я не понимаю, зачем это сжигать надо? Ну, то есть, типа, она оторвать просто не может, это от потолка. Типа, или просто вытащить. Странность, конечно. Ну спрыгивай. Нам надо крот наоборот. А вот эти... На, они ничего не делают. Стой, я вот что-то заметил. Я думал, это тоже надо что-то как-то флаг оторвать, и типа будет тоже ачивка. А это просто вот... Вот это. Угу. И, типа подняться-то можно как угодно. Понятно. Путей обхода просто... Просто пиздец. Ой-ой-ой. А ей, по-моему, похуй, шкалы здоровья все равно нет. Не, смотри, не доели. Это она как к нему бежала? Такая, подожди, сейчас я добегу. И аптечку все это время где хранила? Так, сейчас тебя подлечим. Медсестру будем играть? А мне надо будет что-то нажимать? Я еще тот медик. Я ему ногу сразу же... Кромсаю. А все уже, да? Лорк, все умеет, блин. Ну как здоровится, старый? Рассказывай. Повествуй. Нам очень интересно. Прям вот пиздец. Смотри, жгут, ну уже все дела, блядь. Все дела. Ну поговорить чуть-чуть, ну. Я заебался уже. Ну чего вы как это? Как не родные. Ну, перевязочка так себе, да, честно. А что ты ей врешь, ну? Где такая юная леди могла этому научиться? Вот у меня тоже такой вопрос тебе. Мне приходилось постоять за себя. А при чем здесь перевязывание? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай, блядь, сейчас 6 секунд. У меня таймер сбился. Я понял. Сейчас он у тебя? Разговор закончим и выпьем. Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ах ты, сука, ты старая. Справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. А ты дочка, основной Крофт. Но пока этого не знаешь. Лучше бы ты нам автомат выдал какой-нибудь. Понадеемся, что я быстро учусь. Не, я, ну, дочка не того Крофт, который мужик, а того, который... Хорошо. Ларка Крофт, который основной. Береги себя, Лара. Она свою дочь тоже Лара типа назвала. Ну ты... Ай, все. Суки вы, блядь. Вот суки. В каждой игре вот так вот берете и бросаете.
Артемку бросали постоянно. Вот мы недавно прошли, блядь. Серегу в этих, в атомных сердцах постоянно тоже все бросали. Сначала испытай ледоруб вон на той скале. На какой, блядь? На той? А зачем? А он научит нас лазить, а нам похуй. У нас все, у нас уже время вышло. Так что давайте мы к костру сядем. Но не будем, она же там так что-нибудь, наверное, напиздит. Он начнет рассказывать, записывать свой дневничок. Мы к нему потом сядем. Мы... Вся нужная и полезная информация находится в описании под видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Обязательно не забывайте про колокольчик. Всем пока.